ранил. Побежал к тебе, меня ударил. Я убил его. Одним ударом убил? Двумя. Двумя. Нормально такая мачете. 4000 урона. А мне жизни тратят. А, нет, не тратят. Тут пугало, блядь. Самый лучший папа в мире. Нитро мы ставим. Ставим нитро. С места рвет вообще. Я не могу с управлением света справиться. Так. О! Нитро решает. Я полетел. Давай, ты меня не покажи. Блять, я даже не долетел до дома, господи, вот что. А я влетел прям в здание. А, да-да, секундарь. О, уровень. Я какой, шестой тоже? Ага. Давай, я говорю, вообще быстро качается. Ну, я хочу встать, чтобы они ко мне подходили. Ух, как они летают, братан, это надо видеть. Гон, давай гон на гонке. Да погнали. А, тут вода, блядь. А, да, да. А, нет, не вода. Вон туда, да, вниз надо. Бэнч. Да, переверну, блядь. Что ты нажимаешь? Да. А чё я стою-то? Это готовность за готовность. Да я на машине стою. Алло. О, давай. Ну чё? Иди сзади, давай, детка. О, зомбаки. Ну все, пока. А-а-а, ты играешь не по правилам. Согласен, пока. Все 4-5 поставить. А ты что, поставил 4-го? Ну я реканул. Кстати, я просто тупо даже так не надо. Сейчас играем на твоей. Военных, ни хрена себе тут. Ай. Блин, тебе повезло, нет! Дерево! Я улетел! Есть! Я сейчас сказал, сыграю на твоей машине. Блять, когда ты финиш, ёпта. Сука, я не туда повернул. Сука, на нахрен. Надо четвером. Да они задолбали. Слышишь? А? Да, я побил его с бока. Вот он, сука. Ты пнул его? Да. Кошмар, он самый такой четкий, да? Воу! Привет, блин. Я тут упал. А ты умер, что ли? У меня с одного кирпича, прикинь, разнес. Я понял. Ему на лук пофигу. Он за эту херню не заходит. Золотое ружье возьму. О, грудак. Все, оставляй, давай, давай вот так запинаем. Грудак, грудак, вот она точка. Давай так, запинаем, не убивай. Как, ногами что ли, в прыжке? Давай. Нет, а, давай ногами, давай ногами. Да он не подходит. Я внутри, не спасай. Спасай меня. Да подожди. Давай, я его убью уже, все. Так, да веселье все испортил. Ё, ебать, что за урон такой? Давай, поднимай меня, убей его и подними. 26 секунд. Кто он там, смотри, открой. А, ты тоже стреляешь? Конечно. Уверуй в матери, сын мой. Уверуй, брат мой. Присоединись к нам. Возьми еще и дробаш. Congratulations, you made it! I'd wager you've forgotten about our secret project already, yes? Да не придурки. We're just trying to kickstart it. Справа вообще тип. For now, we just need some junk, metal parts, scraps. And tape. And nails. Can you remember all that? Давай его захерачим. На машине. Да-да-да. Давай, вдыхай, сука. Мне тут долго, блин, одного.
Давай этого плевуна сейчас заберу, он задолбал его. Так, стой. Охрена вообще. Ну, что это такое? Что за свет? Свет включил? Нет. А, да. Что это за свет? Да, сдох, сука. Вот, Лянь, да, выход, ты походу рядом, да? Она где-то... Все, она перестала пищать. Чертеж. Опа, автомат. Чертеж, экспериментальные русские тормоза. Экспериментальная. Тормоза? Не тормозная. Вот он, золотой. Шестой уровень. Дело. Плюс 10, тормоза. По-любому еще будут все они золотые. Надо все найти. Опа, взвести бомбу? А ну, чувак, сейчас все херанем. А ты в машине, что ли? Да, я нашел взрывчатку. Че это за эпик? О. Ой, блин, ну что ты натворил? А ну-ка, ну, в смысле, экспериментальная армейская стрельба. Король. Улучшение. Вот он. Экспериментальное сцепление. Плюс 10. Сцепление это у нас. Да нет, смотри, их тут мог. Под землей, под землей. Видишь, нам куда-то вниз надо. Ага, конечно. Я все забрал. Красота. Это абрикас. Ты полетел, да? Нет. А, нет, это не здесь. А где ты громилу нашел? А, все, хедшот с арбалета, прикинь. This is what you needed, right? Thanks! And now prepare your feeble little mind, Crane. You are about to learn of our plan. And your brain is going to explode. Alright, alright, get on with it. Get ready. To be amazed. We made a rocket wagon. A local rocket. A turbo train. A jet rail vehicle. We have three seats. We'll break through the barricade in the tunnel. Опа. And you will be there with us. You're going to use a train as a battering ram. With you inside, really? Our plan is flawless. Come on, Fatine. I told you his limited intellect couldn't embrace this idea. Yeah, of course. What could possibly go wrong? Then look on our works, ye monkey, and despair. Because you won't get another chance. That's correct. Yeah, I know I won't, because there's no way you'll survive. You man of weak faith. And weak mind. Here, take this hacking tool. We'll no longer have use for it. Maybe you'll find some of the chests we threw out of the airplane before the crash. With your tracking device and this thing, even you can crack them open. Inside, you'll find a true display of our genius and brilliance. If you can understand it, which is in question. Farewell, Crane. And remember, if it starts to rain, go indoors. Если идет дождь, не выходи из дома, ё. Ну, давай смотрим сейчас, посмотрим, как они, сука, разобьются, кибиня. Леди Толга? Глянь, какой поезд. Куда ты пошел? Хера себе! Ля-ля-ля-ля-ля! Уже дебилы, пойдем смотреть, что там. Да лучше на тачке уже поехать. По-моему, тут все завалилось. Не-не-не, смотри. Да, все завалилось за ними. Я приехал? Да. Привет. Я измазался. Ой, я думал, баба нормально. Ой. Пойдем искать. Я нашел, слышь. Нашел знаменитую саблю. Покажи ее Джасиру, если он еще жив. Увидел бы его лицо, когда он получит ее назад. А вот она сабля, да. По-моему, саблю нашел. И она не берется вообще нормально? Ну, а бы не, она как задание, понял. Там не внизу, слышь. Вот сюда, 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 ускоряется. Во, еще больше. Мне кажется, наверху, да. Во. Что там? Место отмечено на карте. Чертеж каприз толги какой-то.
для сборка оружия? Предмета. Разработчик. Че? Можете вызвать тошноту, головную боль, внутреннее кровотечение, мишени не прилагаются. Сейчас я попробую сделать, что это такое. Это, знаешь, чертеж разработчика. И вот они, зомбаки. А, тут блин, да дай. Да. Ебать, прикинь, я телепортировался. Я телепортировался. Куда? Ты посмотри мне на карте, где я. А как ты, ты его создал или что ты делал? Я нажал эту кнопку. А что это такое вообще? В чем она лежит? У меня какая-то пещера передо мной. Стой, подожди, сейчас я к тебе иду. А где, как ты ее создал? А, ну чертеж же этот. А, ну какой, серый или какой? Он чертеж разработчика в самом низу. Он синий. Может вызвать тошноту, головную боль. Я тебе. А как ее использовать? Нажми на нее. Ну, она как эту, как кошку делает. Инвентарь, да, я вообще нажму поставить. А что это забыл-то? А, вот он есть. Я к тебе хочу. У меня музыка какая-то пошла. Я к тебе иду. Опа, давай. Это может быть место, видал, где типа, глянь, разработчик. Пасхалка, это... типа? Ну, может быть. О, изучить кого-то. Чувак лежит. Я тут куда-то... Ой, опа, я что-то нажал использовать. Я нашел какой-то пакет. Бля, наряд все путем. Эй, давай обратно мне. Слышь, подожди меня. Новый наряд. Слышь, я опять нажал, я в другом месте вообще. Видишь? Прикинь. Я опять его нажал, но я теперь в другом месте. Прикинь. Наряд. Ух, ёб, я упал. Что там? Под водой. И вот в конце. А где именно вот? Я нашел, по-моему, ящик. Я сейчас отсюда ТП-шн, с тебе только скажи, где этот хуй лежит, ебаный свет. Там в конце иди. Ну вот они. О, чертеж нашел, братан. Чего? Вот они, я в конце. Коды запуска. Чё за фигня? Что там у тебя? Я откатиться еще раз нажму. Пищит этот егер опять. Я так часто, знаешь, появляюсь вот он в каких-то жопах. Ящик там, секретный. Блядь, магнитная карта нужна, я нужен к тебе попасть. Нет, все, я уже открыл. Ты что, есть магнитная хуйня? Твоя сессия, значит, есть. Крутяк, а что там бежит? Армейский мотор. Ай, ты охуел, хочу к тебе. Слушай, а как там город вообще светится? Мася, как светится город. А посмотри, ой, туда. Нихера себе, ты лень. О, а что так посветлело, блин? Ага, мне тоже. То темно, то светло. А что происходит? Я не могу понять, что происходит. Дождь, дождь пошел. Чё, раз, чё два, три. Три. О, я здесь уже был, слышишь? А я тут не был. Я в каком-то... А тут какие-то колеса для хомячков, только в человеческий рост, понял? О. Мысли, так ты в той команда пещере... острова какого-то. Команда. Это какая-то окраска. Тут какие-то вот... гейм. Какую-то книжку нашел. Да. Оп, я теперь опять... Бля, я нажал что-то! Есть. Что случилось? А, это тайная какая-то тема. Что ты сделал? Нажал и... И я вышел оттуда, вот ты... А, так это ж, подожди, кнопка, где колеса, да? Да-да-да. Так я в ней два раза уже был. Ладно, нажимай еще раз. О, опять эта пещера. Я ты говоришь, что в этой нажал... пещере что там было? Так, тут мы были, еще раз нажмем. О, привет! А что тут происходит? Я уже два раза здесь был. Я хер его знает, что это. А что-то тут может быть, кстати. Вот. Да нет, мне кажется. Это просто тень. Сейчас нажимаем. Опять в воде. Блядь! Летишь в воду опять? Да, нажимаю. О, блин, а зачем этой... я в воде называл? Я в этой пещере, где, короче, много аппаратура снимать, да, которая, нет? Ты был здесь? Нет. Теперь я на твоей красной этой. Я вижу ящик. А. Ты что, не был здесь? Тут, короче, комната, О, там еще сверху что-то есть. Ё-моё. Опа-опа. Такая вот... комната, слышишь? Вот ты сам говорил, где хомячки бегают, только тут люди мертвые лежат. Вот, я там был, но я там... Не нажимай кнопку. Так, нажимаем. О, бля, я флаг нашел. Ну, знаешь, флаг где? На этой красной херне, да? Нет, на какой-то вышке. Ну, красная, да? Вышка? Нет, серая. Так, здесь все. И сюда же вернулся, прикинь, опять нажал. Я тоже, да. Нажал. Опять в воду падает, да ё-моё.
Опа. Вот она. Есть. А я знаешь, где появился? Где? Как мы из пещеры, помнишь, с самого начала шли? Да. Ой, а там что-то в воде прям светилось. Опа! А ты где? Я... в электричестве. Оооо, чертеж убийственный холод. Посмотрите. Я тоже погнал. Бля, опять в воду. Я вот где мы с тобой встречались, слышишь? О, я опять на этой вышке. О, привет. А! Я же охренел.